Никите Бузулину 18, и он бизнесмен. Открыть свое дело помогла мама. Все было под рукой. То есть так совпало, что у меня есть квартира, вот, и почему бы их не сдавать и из этого брать доход. На достигнутом останавливаться не собирается. Получает профессию в колледже, а в выходные осваивает азы предпринимательства в центре «Мой бизнес». Обучение – одна из задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Хочу получить новые знания, хочу другой уже бизнес, тоже новый открыть. И пришел за знаниями. Вместе с Никитой пришли за знаниями его мама и еще два десятка горожан. Кто-то трудится в статусе самозанятого, у кого-то своя компания, а кто-то и вовсе в поисках себя. Хочу получить опыт участников, чтобы они поделились со мной чем-то новым, чтобы я для себя подчеркнул что-то. Уже давно хочу открыть свой бизнес. Вот, чтобы толкнуло, толчок у меня такой хороший, думаю, будет после этого мероприятия. Для участия в программе нужно только желание. Как открыть свое дело, найти и обучить персонал, грамотно распоряжаться финансами, выйти на пассивный доход. На эти и другие вопросы участникам под руководством бизнес-тренеров предстоит найти ответы. Наша программа построена именно таким образом, чтобы дать человеку не информацию, а дать некий опыт, с которым он дальше пойдет и сможет реализовывать свой крутой бизнес с помощью в том числе центра «Мой бизнес» и поддержки тех мер, которые есть здесь. Вместо рыбы дают удочку, а после не бросят. Образовательная программа продлится до конца ноября уже в онлайн-формате. А по результатам каждый участник получит шанс выиграть один из 8 сертификатов на рекламные услуги. Зинаида Исаева, Олег Короткевич, новости Губкинского.